Проблема уступленных Украине 7 километров дороги в Паланке вновь в поле зрения властей. Премьер Влад Филат отправился сегодня туда, чтобы встретиться с жителями Паланки. Эту поездку премьер предпринял после того, как один из телезрителей Публика ТВ представил кадры, которые подтверждают, что мобильный пост украинских пограничников по-прежнему находится на территории села. Практически каждый день машины украинских пограничников находятся на этой трассе, возле рынка и возле ресторана, который находится там, на территории села Паланка. Они снимаются, смотрят, регистрируют каждую украинскую машину, которая останавливается, что загружает, что покупает. Когда люди покупают много всего, они говорят пограничникам, что такая-то машина с таким-то номером купила то-то, и возвращают их обратно. В начале апреля вице-министр иностранных дел Андрей Попов пообещал, что приграничного поста у Паланки больше не будет. Статья 4 дополнительного протокола к документу о границе с Украиной говорит, что на переданном участке не будет пограничного контроля. Итак, какое-то время назад люди обнаружили, что дорога, пролегающая между их селом и полями, перешла в собственность Украины. Взамен Молдова получила кусочек земли на берегу Дуная, а через него выход к Черному морю. Власти все хорошо просчитали, но этот расклад не в пользу жителей Паланки. Помимо границы, разделяющей их село, они опасаются возможности навсегда потерять часть своей земли. Трасса Одесса-Рени была проложена еще во времена Советского Союза. В 1999 году Молдова и Украина подписали договор, согласно которому в собственность соседнего государства переходила часть дороги, которая пролегает по нашей территории. С этого момента жители Паланки, всякий раз отправляясь обрабатывать свои земли, должны пройти через таможню. А если выберут другой путь, могут быть оштрафованы. Причем таблетки, например, от сердца надо оставлять дома, так как запрещено проносить через границу. Чиновники всех рангов не раз обещали людям, что помогут. Приезжали, подробно записывали все жалобы селян и уезжали. Жители Паланки считают, что договор, который принес им столько мучений, должен быть аннулирован. Они даже обратились в Европейский суд по правам человека. Вот только процедура эта очень долгая и сложная. Потому что украинская сторона не намерена отказываться от преимуществ, полученных в результате договора 1999 года. Бывший министр иностранных дел Украины Петр Порошенко заявил ранее, что в случае несоблюдения условий Украина готова прибегнуть к дополнительным мерам воздействия. О положении жителей села Паланка и о том, будет ли решена проблема этих людей, мы поговорим с гостем нашей студии. Это юрист Раду Бушиле. Добрый день. Итак, что же получается? Мобильный пост обещали власти, что его не будет еще месяц назад. Обещали, что он исчезнет на территории Молдовы. Это украинский мобильный пост. Но, как видно из репортажа, он еще все еще, вот как ныне там. Почему это происходит? К сожалению, этот пост не исчез, потому что украинская сторона очень целеустремленно в этом участке дороги, потому что через нее они едут в свой город Одессу, но он прилегает через территорию Республики Молдова. Я думаю, изначально интерпретация, что этот кусок земли был дан Украине за территорию в Джурджулештах, он неправильный, потому что если очень хорошо посмотрим на этот договор, о котором вы упомянули, там нет ни одного слова сказано о Джурджулештах. Если мы дали одну территорию взамен другой, это был должен быть совсем другой договор, о том, чтобы мы должны были дать и Паланку взамен на Джурджулешт. В этом случае не идет речь о взамен, чтобы мы что-то дать взамен на другое. Я считаю, что изначально этот протокол был подписан с грубейшими нарушениями Конституции Республики Молдова, который в статье 1 и 3 статье предусматривает, что Республика Молдова является суверенным государством, и ее территория является неотчуждаемой. Значит, то, что сейчас происходит в Паланке на этой трассе, противоречит в прямом значении Конституции Республики Молдова. Я считаю, что данное сегодняшнее правительство должно обратиться, она обязана обратиться в Конституционный суд и потребовать от него, чтобы этот протокол был предъявлен как в несоответствии с Конституцией. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, правительство должно сделать все возможное через дипломатические пути,
чтобы устранить тот пункт, который, а именно шестой пункт из данного протокола, который предусматривает юрисдикцию над данной территорией в пользу Украины. У нас тоже есть и собственности в Украине, мы это очень хорошо знаем, но там, к сожалению, наша юрисдикция Республики Молдова не распространяется. Вот мы должны стремиться к тому и сделать все возможное, чтобы на этой трассе была только юрисдикция Республики Молдова. На данный момент вот эти кадры, которые мы видели с машинами полиции Украины, они незаконны, потому что в шестом пункте очень ясно сказано, что любой контроль, он не должен осуществляться ни с молдавской, ни с украинской стороны на данном участке дороги. Конечно, там не соблюдаются права человека. Конечно, там люди могут, и я думаю, что они подадут в Страсбургский суд. Но я думаю, это дело правительства в первую очередь. Они должны сделать все возможное, чтобы люди могли пересекать эту трассу, потому что после трассы у них остается 926 гектаров земли. Это их земля, через которую они обрабатывают эту землю, и они живут. Они называют эту трассу трассу жизни, потому что они на этой трассе через нее проходят, через нее обрабатывают землю и на ней реализовывают свою продукцию. Без этого они будут просто вынуждены все уйти, за границу на работу. Потому что этот данный участок дороги практически является их единственным средством выживания в данной экономической ситуации. Я думаю, что если правительство не предпринят данные меры, чтобы юрисдикция Республики Молдова вернулась на данной территории, 18 гектар, то многие жители поставят вопрос о том, чтобы перейти со всем селом под юрисдикцией Украины. Потому что Украина даст им возможность пересекать свободно эту трассу, реализовывать свою продукцию и даже без визы идти в Одессу и другие маяки, в другие города Украины. И из-за этого жители этого села просто без помощности, без помощи правительства, нашей страны, они будут вынуждены перейти под чужую юрисдикцию. Я думаю, к этому стремится Украина. И потом у нас есть национальные интересы. Я думаю, наше правительство должно их отстаивать. Конечно, взять и в интерес и дипломатические наши связи с Украиной, их не надо портить, не надо... Да, конечно, это очень хороший сосед, да. Да, это второй наш главный сосед, с ними дипломатические отношения не надо ни в коем случае портить, но мы должны, конечно же, отстаивать наши национальные интересы. А это 18 гектаров, это земля, извините, а за ней еще находится, как сказал, 926 гектаров земли. Это довольно такой большой кусок территории Республики Молдова. А как известно, на всей территории Республики Молдова распространяется наша законодательная база, включительно первый закон Конституция. Помимо этого, хотел сказать, что той же Конституции предусматривается право, гарантируется право гражданина Республики Молдова на свободное передвижение. Гарантируется право на частную собственность. Вот в данном контексте просится вопрос, как власти Республики Молдова гарантируют жителям Паланки, но не только Паланки, и любым гражданам Республики Молдова. Например, я хочу идти в Паланку, например, на шашлыки или на рыбалку к Днестру. Я на сегодняшний момент, на данный момент не могу это сделать, потому что полиция, украинская полиция, украинские пограничники это запрещают, что противоречит в явной форме законодательству Республики Молдова и Конституции.
Ну вот вы и говорили, что жители Паланки, насколько я знаю, они уже подали иск в Европейский суд по правам человека. Вот в этом случае, что, с чего можно ожидать, каких вот результатов можно ожидать вот в случае, если, скажем так, вообще будет ли какой-то результат от этого обращения в Европейский суд по правам человека? Если Европейский суд, конечно, если Европейский суд по правам человека признает этот протокол, подписанный между Республикой Молдовы в 99 году и ратифицирован в парламенте в 2001 году между Республикой Молдова и Украиной, если этот договор будет выявлен как несоответствие с Европейской конвенцией по правам человека, то он будет аннулирован. И все последствия де-факто этого договора. Тогда украинская сторона, но и власти Республики Молдова должны будут компенсировать все потери и затраты, включительно моральные жители этого села, и предоставить ей свободное передвижение на их собственные участки. Надо отметить, что в практике Европейского суда есть такие дела, когда Европейский суд решил, что, например, в том же случае Кипра, Северного и Южного Кипра, когда Европейский суд решил, что Турция, как страна, которая контролирует Северный Кипр, должен предоставить свободное передвижение некоторым южным киприотам, у которых остались участки в Северном Кипре. Я думаю, этот прецедент может действовать и в данном случае в Республике Молдова, в случае Паланки. Помимо Европейского суда, были несколько заявлений тщательно господину Томасу Ханнебергу, это европейский комиссар по правам человека, в котором жители этого села через парламентского адвоката Тамара Пламадялы констатируют тот факт, что наши жители периодично арестовываются вот этой полицией украинской, переводятся в украинские города, где на них составляются протоколы. И даются даже по 3-4 дня ареста. Вот сегодня наши жители арестовываются другим, получается, государством и на территории другого государства. Возникает такой логический, нормальный вопрос. Если этот человек, не дай бог, умирает, или что-то с ним случается на другой территории, кто ответственен за такие происшествия? Молдавская или украинская, или обе стороны? Вот этот лапсус, так сказать, юридический, к сожалению, властями до сих пор, до данного момента, не разрешен. И я считаю, что юрисдикция Республики Молдова, суверенитет Республики Молдова должен распространяться на всей территории Республики Молдова. И если через этот договор была дана только трасса не как территория, а как трасса, по которой они могут передвигаться, то территория под этой трассой и над этой трассой остается под суверенитетом Республики Молдова. И я уверен, что там должны распространяться только законы и Конституция Республики Молдова. Ну, во всяком случае, украинская сторона четко заявила, во всяком случае, вот бывший министр иностранных дел, да, как я уже говорил, Петр Порошенко, он четко заявил, что сдаваться не намерено, что они, то есть в случае несоблюдения условий, Украина готова прибегнуть к дополнительным мерам воздействия. О каких вот мерах воздействия идет речь? Что я имею в виду, вот, возможно, господин Порошенко? Ну, они, помимо мер воздействия, те, которые включают безвизовое пересечение границы, имеют в виду, наверное, экономическое воздействие. Я думаю, этот вопрос политический во первую очередь. Это вопрос для политической классы Республики Молдова. Они должны найти консенсус с украинской стороны, потому что в 9-м пункте данного протокола четко написано, что данный протокол может быть модифицирован.
Так что молдавская сторона должна упорчивее ставить вопрос на суверенитете Республики Молдова, на наших национальных интересах и на распространение именно юрисдикции Республики Молдова на данном участке. Но, конечно, мы не можем и не в моральном праве не способствовать передвижению украинской машины. Но это никто не говорит. Украинский транспорт может пересекать эту зону, когда он захочет. Только законность, законодательство, которое распространяется на этой территории, должно быть молдавское. И чтобы подытожить нашу беседу, все-таки эта проблема будет решена когда-нибудь вот в пользу именно жителей Паланки? Потому что это они больше всего они страдают от этого, всего этого, всей этой проблемы. Знаете, этот вопрос зависит от правительства Республики Молдова. Если правительство Республики Молдова будет отстаивать наши национальные интересы, то я думаю, там будет распространяться закон Республики Молдова. Если наше правительство будет отчуждать такие кусочки земли, то, конечно, будут, во-первую очередь, поставлены под удар простые граждане. Я думаю, надо сесть за стол переговоров, надо создать компетентную специальную комиссию, надо включить больше экспертов, надо включить местные органы, надо включить юристов, надо собрать общественность, потому что до сих пор этот вопрос был нетранспарентен. Общественность не знала, что творилось, что творится и что будет дальше. Надо, чтобы этот вопрос был мониторизирован максимально возможно. И сделать так, чтобы украинская сторона взяла, во-первых, оттуда свой контроль. И чтобы граждане Республики Молдова должны могли спокойно пересекать эту зону. А потом сесть на юридическую базу и изменить договор в том плане, что юрисдикция Республики Молдова будет осуществляться и на данной территории. И тогда, я думаю, проблем в этой зоне не будут. Спасибо. Я напомню, в нашей студии был юрист Раду Бушил. Я благодарю его за участие в этой интересной беседе. Спасибо. И вам спасибо.